Барьер отключен. Вперед, пока легион его не включил. Хой! Которн, мы снова в тупике. Здесь еще один барьер. Держись, я помогу. Че молчишь-то? Да тут я. Ну. А. Что ты там про белку думал? В смысле? Ничего я не думал. Я говорю, обидно то, что белка такая. Ну, самые лучшие слова. Мужчина. Знаешь, как обидно, ну? Прям. Прям аж до глубины души тронуло. Я, конечно, все понимаю. А, не высовывайся, ну. Кейт. Мы почти у цели. Я говорю, может, на этом. Сейчас чё? Вот эту доиграем миссию и закончим стрим. Ну. Что-то я приуныл как-то. И чё? Ну и чё, я спать пойду. Слабак. Сам такой. Кого мне обижаться? Что-то я не понял куску. Все, он что-то про свои обиды там загоняет. Кто не обижается? Ты о чем, куски? Мы с Икорой в точке сбора. Кейт все еще возится с телепортом. Я могу либо стрелять, либо чинить эту фиговину. Что-то одно. Потому что мне отстрелили руку. Кейт, нам нужен телепорт. Долго мы тут не продержимся. Они набирают. Страж, нам нужна твоя помощь. Ну ты же говорил, что обидно. Я говорю то, что это... Так я сдох. Ну я это, прыгнул туда. Потому что белка говорит, ну не самые лучшие слова. Да в смысле, блин? Знаешь, обидно как. Вообще ужас. Ты тут при чем? Опять слепляющий. Че опять? Это его. Да все, уже. Уже все. Уже его нет. Уговорил. Блин, а неплохой такой пистолетик. Я, конечно, все понимаю, но вот это я не понимаю. А. Чё? На ту сторону. А. Херава. Понятно. Не жди меня, мама, хорошего сына. Я ушел, все. Давай, кусюдач. Оля, это уже какой раз? А, раз четвертый, по-моему. Да это нормально. Для Кузьки это нормально. Ну да. У тебя обычно она сидит на стриме. Эй! Не стреляй! Я. Страшно. Мы не
Короче. Мы не сможем телепортироваться. Надежда только на тебя. Спаси странника. Окей, погнали. Ну серьезно? Ты на флагмане Гоула. Ближе к страннику тебе уже не подобраться. Не теряй мужества. Ради всех. Да, вообще, изи, братан, поехали. Ночью, давай, спокойной ночью, пусть. Давай, пусть, да, удачи. Сколько же у меня тут псов-то, а? Много. Да я заметил. Нет? Нет, это не активируется. А, господи, как я ненавижу этот полет. Заебись, застрял. У меня аж тень такая бежащая. Посмотри на тень на свою. Или на мою. Странник, мы почти на месте. О. Хера я у них барьер разбиваю. Я понял тебя, дружище. Поехали. Кау. А. Слышь! Ой. Пидор. Не, ну он сам поехал, я ничего не трогал. Да-да-да-да. Не да, может да. быть. Прикольно. По кому они, блядь, стреляют? Не знаю. Турельки. Ух. Я ожидал, что странник снова отправит тебя ко мне. Посмотри на меня. Я Доминус Красного Легиона. Гаситель Солнц. Ты никто. Он принял силу. Победитель богов и поработитель света. Имя мне Гоу. А тогда... Да. Легендой. А тогда он говорил, типа, я не приму силу. Такая? Что у тебя за пистолетик такой? Маленький. Эй. Поработитель мира. Угу. С маленьким стволом. Угу. И не только стволом. Ну, вообще-то я и имел двусмысленное выражение, сказал я. А мне похрен. Я сказал это не двусмысленно. Имел он там. Мало ли что-то там имел. Не. Так себе шуточка. Да. На этот раз ты не уйдешь. Да кто? Приколишься? Кто нахуй уходит? Ваш странник должен был выбрать меня, а никого теперь слишком не поздно. Посмотри на своего мертвого бога. Больше он не спасет о, человечество. Да, я смотрю на тебя. Да, вон там, он видишь, слева и справа. Да. Что мое по праву. А, это супер заряд. Ребят, я как раз выбрал другую способность. Еще. Мне нужно больше. Дайте ему больше. Не знаю таких. Меня плохо учили. Воспитывали. Сдавайся! Тебе
больше не за что бороться и не за что умирать. Где он там? Все, рипнулся. Ну вот он. Я, конечно, ни на что ему на помпу сдохну сейчас. А, неуязвимость, да? Суперспособность сам. Я понял. Хорошо. Я пока этих напосоздаю. Угу. Они пропадают со временем. Я знаю, но все равно. Что-то я сомневаюсь в этих словах. Прям, знаешь, очень сильно. Ты ничего не знаешь о жертве. По-моему, он сам. Ты ничего не знаешь. Да. Я понял. Походу, это все-таки конец. Не возражай, он старше. Понял, да? Не знаю таких предубеждений. Все, вернул свет. Найс, крылышки. У, сука. Нет, это он. Не, ну крылышки-то были. Посмотри, кем я стал. Я бессмертен. Что-то я сомневаюсь. Вам сейчас жопа. Ты проиграл. Кусь, ты да выёживаешься, я тебе серьезно говорю. Чего? Да не, ничего. Меня долго просить не надо. Правда. Что-то, по-моему, это конец игры. Я, конечно, ни на что не намекаю, но чувствую, попахивает прям концом игры. Вот только город грез так и не открыли, гады. Что? Если злить, нет. А так вполне себе.
Не, ну что-то он изи был. Конечно, мы уже, блин, прокачанные. И чё? Так, если предыдущее задание там вот, ну, которое на этом какой-то планете, ему там 15 уровень нужен был. Так нет, понимаешь, то что это, как бы, босс игры, да я вам всем, да я и сейчас за 10 минут. Нахрен иди отсюда. Даже ни разу не сдохли. Ну, так естественно. Конечно, я там буду, но... Ну, у каждого свой. Свет. Не, ну это понятно. Живет во всем вокруг. И во всех нас. Вообще. Можешь заслонить его. Можешь даже попытаться запереть его. Но он всегда найдет выход. Только астероидов летает. Ну, это понимаешь, это сюжетка, это четвертый сезон. Destiny. Это сюжет четвертого сезона. Думаешь? Да. Мне кажется, это как в Diablo. То есть там сюжет одинаковый, просто типа каждый сезон там... Да, каждый пытается. Задания, нет, да. Нет. А. Каждый пытается быстрее других развиться и более мощное снаряжение себе добыть. Ну вот и достал конец. Уи! На самом деле нет. Потому что сейчас еще фармить. И я еще не отомстил одному пиздюку, который 360-й там силы требует. Значит, Анчик, да? Да, я сейчас это. Я сейчас апнусь, подойду там, поговорить надо. Я тоже? А чё ты? Я думал, ты там уже своими шаловливыми пальчиками. Да, я пропустил. Нахрена нам титры? Я. А на YouTube ничего выкладывать? Вот ты гад, конечно. Да. Ну все, закончили. Да не, на самом деле самое веселое только начинается. Это как в Дивишке тоже, основной сюжет, да, там, буквально там за 5-6 часов проходится, да, и там дальше все гринд. Так не, я про то, что типа сейчас вот эта сюжетка прошла, так у меня же еще и с дополнением она куплена, так что ну, там да. Вообще пипец сейчас будет. Там еще и сюжетка, да. Ну не знаю, насчет сюжетки, я так понимаю, там данжи, скорее всего, а может сюжетка хрен знает. Нет, там сюжетное задание, да, вроде. Если как... сюжетка, то вообще супер. Там, считай, два сюжетных дополнения. Так что супер. Это я не пропускаю. Тупо на всю систему. Хрена там обломков. Даже дальше. А, тизер, типа, к новой этой сюжетке, да. Да, скорее всего.
Во, да, как раз то, что у меня. Отвергнутые, которые? Это не отвергнутые, это вот сейчас мы отвергнутые прошли. А это получается... Какой отвергнутый мы прошли? Мы Красный Легион прошли. Так нет, игра сама называется, типа Destiny 2, отвергнутая часть. Я тебе не про сюжетку говорю, а про игру саму. Это, скорее всего, что-то там с пирамидами как раз то, что у меня в дополнениях. В Эververse есть все, что нужно. Ну все, начался пипец. Чего? А ты не слышишь? У тебя нет звуков? Сейчас начну. Герои! Да, да! Молодец! Ты спас нас всех! Да, я тебя обниму. А ты такой, нет? Нахрен. Шивон. А, господи, долгие загрузки. Ну, у меня по вещам ничего нового вроде. Триумфы. Вот триумфы, да, надо сдать. Так, коллекция, броня, открытый мир. Я в ахере, блин. Чё так долго? Может, ещё какая-то эта грусть. Заставочка. То сейчас будет как в этом. На Титане, по-моему, да? На Титан-то прилетели. А, да. А, ну прикольно, да. Классная заставочка. Я звуки какие-то слышу. Вот, у меня звуки эти уже прошли. Не, у меня... Кто-то что-то там делает, да? Не, я уже все, я загрузился. Всегда рада. Мы на этом, что ли? На ферме? Нет. Тут кое-что покруче. О, криптар. Чем могу помочь, Варлок? А, вот. Вот она, эта фигня и есть. Блин, ну что-то такое себе. Что-то
прям вообще обидно. Чем могу помочь, Варлок? Ну, сука, разобрать. Ладно, блядь, заберу. По старинке. С какими загадками ты пришла фиолетовый. На этот раз? Страш. 227-275. Револьвер. 229-242. Пистолет 275. Охренеть. Вот он, оружейник. Плазменная винтовка. Пистолет. Минимальная дистанция. Какой оружейник? На чем вообще? Тут оружейник стоит, которым, у которого можно забрать. 57-275. Я тогда так сделаю. О, покупка инеграм за легендарные осколки. Я так что все обвинял. Ракетная установка. Мы живем в смутные времена, Страш. Надеюсь, у тебя есть то, что поможет нас защитить. Кто победил? О, награда фракций. Ударная модификация. Настройка радара. Блысь, у меня тут просто дохрена этих материалов оружейника. Мне так же. Так, что-то мне упало. Импульсная винтовка. Блин, чуть не хватило, черт. Модификаторы. Анти-ОПД. Пистолет-пулемет 281. Автомат. Вот это что такое? Импульсная винтовка 281. Ты же только что заходила, Страж. Винтовка разведчика. Скорпион, нихера себе. Пистолет. 257. Автомат. Снайперка, пистолет, ракетная установка, блин, до хрена всего. Да. Вот так тут сделаю. Ну-ка еще раз. Давай подберем тебе все для нового задания. Энергетическое оружие. Автомат. Белая волна. Неплохой. Прекрати. Кто-то на нас смотрит. Что думаешь?
Смутные времена, Страж. Надеюсь, что есть то, что поможет нам. У меня много товара на любой случай. Радар возвращается, как только вы прекращаете. Получу, почему бы нет. Пока так оставлю нахрен. Так, подожди, это обычно нет. Там только автомат. Автомат, автомат. Ты же только что заходила, Страж. Есть 30. Не переставай сражаться. Мы все это ценим. Так, тут. И сделаем. У меня винтовка, пистолет. Так. Страж, я знаю, что... Чем могу помочь, Варлок? О, теперь можно улучшать. Только нужно улучшающее ядро. Достать... Ты же сам говорил, здесь 50 силы падает. М? Ты же сам говорил, падает после 250 силы. К сожалению, не знаю. Победа над Красным Легионом. Красный Легион, еще задание почему-то есть. Либо получить у нее эти награду. Может быть. Да. Поговорить с Икорой. Окей. Что у меня нету? А, точка белая. Оболочка призрака, последний город. Интересно, что на нее дропнется? Все, трюм завершен, рубеж обновлен. Поговорите с Кейдом. Где Кейт? Опять где-то лазит, блядь, ну. Вон наверху. Ну, анализатор, ну, он прикольный. Оставлю. Ты с этими двумя говори, а потом в обратно надо бежать. Мне понять, как наверх забраться. А, там вот. Проходишь чуть дальше, да, лестница, да, да, будет. Пропустите! Разойдитесь, герой идет! Все. Только не возомни о себе слишком много из-за этой победы. Еще поговорить с Икарой, потом береги бежать себя, к Кейду. Угу. Кейт на другой половине вообще. Нормально. Никогда не думала, что странник снова проснется. Если он меня испытывал, то я его подвела. Знать, что я ошибалась, для меня это непривычно. Неси. Здорово, чувак. О, меч 210-й, конечно. Ну, все, закончили. Два зрителя, да? Два зрителя. Че, говоришь, меч? Да. Мне у него меч выпал. А Аманда? Новенькая какая-то. О, и здесь этот. Техника дается. Тут корабли у нее можно покупать. Нормально. С завалой. А где зав... Блять, попробую бежать. Может, вон, и люди, видишь, тут 19 уровня, 17 уровня. Угу. Ты не туда пошел. Я не знаю, у меня тут маркер был, я обратно побежал. Туда. Видишь, тут какие у людей уровни? Угу. Это вот они вот этот, как, Красный Легион прошли. Ну это есть сюжетка. Раньше я думал, что авангард не самое лучшее место для охотника, но здесь я приношу... Тоже меч выпал. Я, блядь, чувак, солнечный выстрел нашел. Многие в эти дни видят лишь спокойную и хладнокровную Икору. Береги себя. О, экзотическая инеграмма. Ну да. Этапы поручения 4 штуки дали.
Экзотические анеграммы? На пасашок какой-то. Ну, такой себе меч, кстати. А если соединить варлока пустой... Появилось доступно новое поручение. Да, да, да. Спорю, призывать страж, допустим, гол поражен, город снова. Ну, у нас много дел. Как тебе это местечко? Короче, правда, есть новая миссия, новое приключение, новое поручение. Ну что ж. Мне не впервой начинать все сначала. Сражайтесь плечом к... А, вот, с Кейдом. Кстати, о разгоне. Надеюсь, тебе понравится сперу, который я собрала. Ну, не стой как столб. Иди и прокатись на нем. Вектор, Минерва, Одиссей... Какие пункты назначения? Да, мне отвергнутые надо покупать. Мне отвергнутые надо покупать. Не лопни от злости, варлок. О, налет появился на земле. И ферма все-таки на земле находится. Нормально. Как тебе это местечко? Спокойной ночи. Налет попал, потом поручение есть. Ну что ж, на земле. Мне не впервой начинать все сначала. Что у нас на Титане? В жизни, как в механике, важно. Держись ниже, двигайся быстрее, лети прямо. На Титане поручение, враг моего врага. Помнишь? Угу. Налет появился на Титане. Ну, короче, вот все, по факту. Поговорите с Стелл Эверис в башне. А, теперь она... Теперь вместо у нас фермы... Это. Странник называется. Нормально. Знаешь, я ведь помогал строить эти стены. Теперь вы сюда переехали. И гордился этим. И сейчас горжусь. Добавили новые рубежи, начинается четвертый сезон. Они еще и тюрьма. Довольно легко забыть об этом. Сейчас, в начале нового золотого века... И вот с этой легендарной там, подходишь сюда. Да? Расшифровать. Двинемся вперед. Мы смело глянем в лицо неизвестности. Ты, сука, серьезно? Че, меч? Нет. Та хуйня, которую мне, помнишь, на Титане выбор был? Которая заряжается? Поток Рейдена. Ну, это которая заряжается? Нет. А что? А почему я ее одеть не могу? Экзотическое снаряжение. Клятва не... Стоп. Слышь, у меня выпала клятва небожога. Короче, суть такова. Тут либо ноги одеваю. Ну, короче, экзот можно один надеть. Ага, я уже вижу. Из этих ну, надо какие-нибудь ноги мне хорошие выбивать. Но и после этого. Мечты. Также и с оружием. Ну, у него скорость атаки, урон вообще пш, разобрать нахуй. 294. Винтовка разведчика. Бронебойная винтовка. Взрывные пули этого оружия становятся мощнее и быстрее при прицеливании и стрельбе. Эта война бесспорно представляет собой... Сложный алгоритм. Ты чего упало еще раз? Клятва небожога. Это что? Если винтовка разведчика. Данные, подобная участь настолько ужасна, что ее трудно. На самом деле ее можно разобрать и получить потом, нет? Коллекция. Физическое снаряжение. Энергетическое. Оно в кинетическом? В энергетическом. Угу. Клятва небожога. Да. Да, ты ее можешь разобрать, но... Ага. Оружейные только материалы. Оружейные материалы, да. Ну-ка, я могу броню себе так сделать. Легендарные осколки. Броня? Ты можешь, но надо, чтобы она была у тебя. В смысле была? Ну, потому что иную ты не можешь сделать, если у тебя ее не было. Этой да, брони. Да, ну, это я понял. Ну вот, и все. То есть, типа, такой же, ну, то есть, точно такой же ты можешь сделать. Ну, да. Так, броня охотник, поток Рейдена. Оружейные материалы, да, пф, я ее разберу нахрен. Хотя не. Прекрасный день их усердия вознаграждается. Стоп, секунду.
Коллекция. Экзот. Охотник. Не, я, пожалуй, эту пушку разберу. Не знаю, что. Такая себе. Я лучше одену поток Рейдена. Хотя поток Рейдена, мне он хуже. Знаешь почему? Потому что у меня же все-таки... Выстрел в минуту 218 магазин, урон. Почти 300 урона. Зайди в экзот. Броня в охотника. Подожди. Коллекция. Чё говоришь, броня? Броня, ну, охотник. Охотник, так. Правый нижний угол. Смотри название. Это патроны? Нормально. Что они дают? Подрывник увеличивает скорость бега и скольжения. Я называю их топотунами. Они придают энергии твоим ногам. Маркус Рен. А на следующей странице морозники. Бег восстанавливает способности. Варлок. Не, я хочу себе маску оленя. Там на варлока? Да. Маска олень? Олень? Да. Дает энергии раскола, прицел для луков. Лучшие криптархи продолжают. Бля, нихера себе, вот это тоже мощная маска. Какая? Корона бурь. Вознаграждается. Убийство электрическим способом восстанавливает их. Прицел для автоматов. А чего он дает прицел для автоматов? Улучшает заход цели, точность стрельбы, скорость прицельного ствола. Сложный алгоритм. Даже самый замысловатый шифр можно разгадать, лишь подобрав правильный ключик. Ну чё, я, пожалуй, на этом закончу сегодняшний стрим. Вот. Всем спасибо, кто смотрел. Спасибо огромной белочке. Аня, приветик, прям чмоки-чмоки её. Вот. Ну а с вами был Нелапси и Герми. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока. Да, давайте, друзья.